Россия может постепенно перейти на электромобили уже через 10 лет. Такой прогноз озвучил глава Минтранса Максим Соколов. По словам министра, пилотный проект уже запущен в Москве, и по его итогам ведомство определит, как продвигать этот перспективный вид транспорта в других городах. Соколов уверен, главное – модернизировать инфраструктуру и стимулировать россиян покупать электромобили. Для этого есть несколько способов. Власти не исключают и отмену транспортного налога для владельцев таких электрокаров. Глава Кабмина Дмитрий Медведев уже поручил ведомствам проработать меры господдержки транспорта будущего.